Для правого тогда. Не пол левого. Причина начисления ГП. Срыв агро. Хуёво танчишь, хуёво гейли, хуёво нахрен. Что так это не тихо, блин. Это Кирилл он мне скинул. Чтобы сбрасывать 50% по бурому. Да, да. Ага. Литраж. Почти. Нему посол. Чё? Железо готово. Нет. Чё? Готов. Дайте. Кинь в центре РД сбоку. Частицу на васаба кинь. Спола кинь. Да ладно, джайнер. Из никотем. Вот на отметка. Минск в идеале зелбрида. Экстрима глыбу прожми. На тебе метка, никуда не выбегаешь, сразу глыбу жми. Идеален Леглас и Хюнт. Факт. Хюнт, баба, упражни. Добегай. Идеально, Вентадора, Тюменская, факт быстрее.
стрима выбегаю с меткой. Дайте на череп, дайте антифир. Нету глыбы. Эфира не было. Давайте дистанцию все набрали, хилы в центре. Прожми мастер аур. Давайте гимн от хил присты. Можно спеть гимн ману. Архион, Машека, лизнит и темп. Джейлис, Вентор, Экстрима, двигайтесь. Зерел 3, да выйди с меткой, давай глыбу. Да, сейчас конскьюрит экстрима пакт. Джейлис метка. По роллу 10%. Защитник, воин, охотник, шаман. Не было. Танки пошли погреть. Трэш, я здесь. Варку согреть. Давайте варку туда убьем. Мы вообще забыли про нее. Так, она забыла. Ну ладно, да, бьем трэш. Она не разбагается, пошли бить трэш. Потом как-нибудь убьем. Давайте, в трэш сыграли, ку-ку. Играйте дальше, не бейте Вальку. Дайте боб на звездочку. Кружок бьет милики. РДД, квадрат. Дайте боб на звезду, может агро скинется с Вальки. Не, все плохо. Сейчас квадраты кружок меняются местами. Милики, меняйте позицию. Милики кружок. РДД квадрат. Да, кружок бьем. Милики стоим, ждем пока.
Я думал, может, разбаговальку. Настя, кто-то будет тебя облёт. Ну, ничего страшного. Девять лет я в одном сервере. Ну, туалет почини. Не, она идет дальше. Глухо. Валька сзади. Разбагалась? Да. Ну вот это бейте. Ничего страшного нет. Там поставьте шкаф, если закончите. Сумоните меня. Вы сейчас с Валну бьете или Вальку? Вальку. Ну эту Свалну. А какой сила спеки? Раз, два, три, четыре. Походу. О, на эти спека если холи пала, то еще может. Вон ШП где может. Да нет, это не варик. Что я наделал? Так бесстрашно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Сумните меня, пока добегу быстрее будет. Да что, спекаться пуля до цели нет? Не надо. Джейлис, Чендлер на рейде, остальные на боссе. На Эки спек неси холипал. У тебя есть холипал? Или два хила будем идти. Ладно, погоди, возьмем. Сейчас спек архион. Нету два хила. Здесь нет прям хиля. Может два ДК, потому что вас еще тоже похилит с нами. Можно. Макгрегор тут? Макгрегор заболел чем-то, это опасно оставлять танк. Кушай рыбу быстрее. Что, не Вердру? Давай, Вердру, Войд, танка, что там еще сказать? Дайте гимн на ману, спойте гимн на ману, Археон, давай святую клятву, прижми, залейте иннеры. Дайте бафы по шаманам. Альянс. Там. Новоса, Пархионт, Деменская, босса хилим. Все, агрите танки. Чужаки,
должны мне помочь. Мои силы на исходе. Археонту в порталы или на спереди? Кто хилит Вальку, тот забегает в портал и бегает в звездочки. Экс, Археон, поставишь? Ставь сразу ауру на коня. Аура увеличивает скорость полета в порталах. Будешь бегать за звездой, собирать порталы. Порталы, говорю. Стаки. Порталы. Разобрали порталы. Он там далеко, возле звезды, три портала. Давайте звездочку и полетели. Подавление лево, вверх, вниз. Так, порталы. В центре будем собираться и лететь налево, направо. Разгром, сбейте. Полетели. Моб испугался меня, блять. Стоит далеко. Не трогайте его. Че, мобов мало? Подавление лево. Слева. Так, порталы появились. Архион, вы пойди в другой портал, пожалуйста. Огненный наверху, справа. Типа, что он... Вы налетаете? Я без стаков. Пойти рост. Я же шаман. Джейлис, выделяй Вальку, пойдем на отхил. Лепец теперь выделяй, бой. Пуля на вылет, выделяй Вальку, бой гимн отхил. Я излечилась, и Зера, даруй мне силу покончить с этими... Поднимите боль. Там квест, пацаны, квест. Квест себе берем. Приветствую. Кольцо на ханта на кота. А мне говорили, что на Фурика идет. Ну да, идет. Ну, на Фурика идет. Извини, что не перечисляю все классы. Ну, просто мне один раз оно досталось бы, но меня убедили, что на Фурика оно не идет. Именно в тот раз. Ну, это твои наебали. Какой-то дар убеждения был. Так, можно же теперь агрить трэш в комнате, да? Леголас, ты тут?
Потишка смотрите людей. Жила, ты зайдешь? Ты кто-то не кандидат за фонд? Не должны прорваться к Синдрагосе. Шапа первый. Олег, как тебе такой расклад? Тут есть фуловый арпал, фуловый вар, а шипа первый, афукашер. О, блин. Я иду в заслуженный афукашер. Уйди. Зайти надо на пару минут. Легла, сабри еще дракончиков. Во! Желаю бить трэш, потому что сейчас ты каждый сам за себя там падает. Кирилл, ожерелье украл. Падают вещи, которые стоят по 3000.
на центр станции. Ты тут? Так, я тут. Чек на АФК. Дайте рыбу, пожалуйста. Так, нам надо 6 хилов. Так, поставил рыбу. Ой. Васап, давай ты уже спекнешься, похилишь, а Войд потанчит. Войд, у тебя есть спек с лужами? Нет, придется идти делать Галаран потом. У нас Алем есть. Это не играет никакой роли. Так, тогда пойдем 5 хилов. Давайте заново бафните шамана. Не вижу ауры сосредоточения на рейде. Плохо смотришь. Дальше меня все вижу. Чендлер готов? Чендлер? Да. Спускаемся вниз, захиливаем рейд. По СС-ам идеален Чендлеру. Боль конскьюриду. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Макгрегор, не бей босса или бей только... Ой, ладно. На клоуны напуливали. Беги, малышка, беги! Погибни! Наверное, ГП по-хорошему надо дать. Ну ладно. Все, мы без ОПП. Не знаю, посмотрим. Начинает Макгрегор, не Войд. Грегор МТ. Давайте быстрее рессаемся. Ну а Войд, естественно, начал.
Давайте, рыба еще стоит, быстрее. Где? Уже нету. Так, давайте фулбаф по рейду, все здесь. Паладин, разбафайте все. На пол. Нейкис готов, Нейкис, Джанира. Все спустили, захилили. Гордом давите, просят. Один хил. Следите за морожением. Просто прожмите чешки на притяжке, и все будет окей. Притяжка через потом, после дыхания будет 5 секунд. Можно мне звезде боб кинуть, тогда все сам захилю. Давайте, побежали быстрее. Лахи-лахи, да. Давайте. Спасибо за боб, очень вовремя. Метки вперед, дистанция между метками держим. Не получайте дополнительный урон. Прятались. Справа падает. Подбивайте до 300к без дот. Левее падает, отбежали. Две глыбы... Два склепа слева, пул хп у них 100%, нужно подбить. Подбивайте. Слева падает, и слева подбивайте склепы. 370к в склепе, надо, чтобы было 100. Сливайте склепы. Давайте, бурстите, может, переведем на вторую фазу. Тяжко сейчас, смотрим. Синергоси срывает агро. Очень опасно в рейде. Чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Блин, когда-то переводили. Не хватает 30 лямов до магии. Сейчас в дот эти сейчас взлетит. Давайте, метки вперед. Макгрегор с меткой, бой тогда ловит босса. Прятались. По центру падает метки до 300 хп.
там же падает. Сейчас еще одна бомба будет. Левее далеко оббежали. Забежали. Забежали заново на ту позицию, где были. Сливайте метки. Так, давайте, все пристыгим на ману. Поставил ТТМ. На тригене ману пока. До второй фазы. Кажется, я вообще ТТМ не ставил. Так, сейчас начнется фаза. РДД зону в череп стали. Никто ничего не стакает. Все метки под босса. Из нида тем под босса, милики в РДД зону. Квадрат. Сливайтесь и сразу метку. Следующий под босса будет притяжка. Морден, стой там, милики отошли в РДД зону, ждем притяжки, метку не бить. Стали в квадрат. Не бить метку. Сливайте метку. Не повезло. Сливайте метку мою. Следующую в сторону вправо. Возле хвоста оставляй. Возле хвоста оставляй. РДД сразу сливайте метку. Сразу слить метку. Следующую под босса. Давайте перестыгим на отхил спели. Сторожила под босса. Все, ждем. Так, метку сливаем. Следующую под босса будет притяжка. Давай, пуля на вылет под босса. Милики отошли в РДД зону. Ждем притяжки, метку не бить. Стали в квадрат. Все, можно начинать сливать метку. По удасе, сдавай в сторону, вправо. РДД бейте глыбы, милики босса. Кто не пел гимн отхил, самое время спеть. Следующего под босса. Машека, стой там, милики отошли в РДД зону. Все, добивайте босса, следующую в сторону вправо. Талисман. Сегодня прям прет. Покровитель. Разбойник, рыцарь смерти, макдруид. Это первый покровитель? Да? Да. Это Олег и... Да ладно. Вот, будьте добры сделать спек с лужей. Если хочешь, я могу зайти за АДК вместо Лара. Минуту, ФК. Там спек мог бы сделать с лужей. Не надо сейчас делать спек. Так, у нас 4 хила, джейлис диспелит чуму. Просто чек на АФК.
По станам Нейки станешь кружок, Архионт. Ты умеешь станить вальки? Ну, вообще в курсе. Да? Молотом правосудие, дублик, колонки. Понятно. Нет, а что-то изменилось? Не, ничего не менялось. Тебе надо просто застанить будет ромбик вальку. Это точечно. Ну, я знаю. Просто вливаться вальки. До скирнения выходить с центра. Пять в метке на второй фазе, когда скажут. Ладно, третью вальку станет тюменская трусы. Вторая волна валик. Станов не будет, будет только Машека станет. Скажу, кого станет. Третьи вальки все то же самое, паладины. Четвертое, там уже по ситуации будем смотреть. Станов мало, так что не тупите, стойте метки на второй фазе. Мишка умеет станет, да? Я забыл просто. Конечно. Васап. Станешь. Сможешь застанить трусы первую волну валик? Да. Хорошо, тогда вторую волну станет Машека, кружок, ромбик, тюменская. Третью волну тут уже же самые паладины. Нейки с первой, Архион вторую. Васап третью. Третья волна валик. Четвертая волна по ситуации. Слушайте мои команды. Чек на пул. А, да, не на пол, давайте шкаф. Милики в квадрате стоим. РДД в звездочке. Кружок. Так. Все забафаны. Конскюри, ты не можешь застанить. Если ты говоришь про расовую билку, ее не используй. В медведи можно станить всем, не только спеку медведя. Я уже подумал, что он про расовую билку. Хорошо, Конскюри, я скажу по команде тогда. Все, я запускаю босса. Почему с васаби не захватили спалить? Да, с васаба надо чему не спалить. Джейлис диспель. Наконец, хваленые силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. А, так, ауры. Ауры, ауры. Нормально. Так, первый СС. Боль. Ты кинешь на переходке на Макгрегора. Потом все по команде. Все, начался бой, внимательно. Тюменская, хиль хорошенько танка, потому что ИРЛ мне сложно все это одновременно делать. Смотрим метку. РДД перебежали в звездочку. Чума 5 секунд. 3, 2, 1. Экстрима, выноси чуму. Спал. Ловушка на РДД перебежали. Звезду. Так, ловушка через 5 секунд, внимательно. Ловушка, РДД перебежали. Чума 5 секунд, готовимся выносить. Звезду встали. Выражение захилили. Васап, чума. Диспейлю. Ловушка 3 секунды, внимательно. РДД перебежали. 11% до переходки.
Звездочку встали. Ловушка 4 секунды. Смотрим. Надеюсь, на милитку. На танке ловушки отбежали, все мелики разбежались. А удась, все с чума. Спал. Стали в звездочку. Ловушка 3 секунды. Мелики, ловушка, веди в РДД зону. Так, 4% до переходки. Один улетел. Молодец. 3% до переходки. 5 секунд до чумы. Выносим чуму, потом... Да я отбегать начал, как раз куда он ломанулся. Да заткнись, давайте, перебежали. Манелтер, выноси чуму. Мелики, осторожно. Все на край, давайте. Все, забили на лича, все на край. Так, Манелтер, давай гимн на ману. Ставлю этот темп прилива. Да, Локи, пожалуйста. Вы кидали проклятие косноязычие? Кидайте, забыл об этом сказать. Более сест на Макгрегора. Давайте, надо хорошенько бить вальки теперь. Потому что минус один. Персты сферы подбиваем, хан сферы. РДД отошли от мили зоны. Дополнительный урон не хочу захиливать. Конскюри, давай иннер звезде. Добейте сначала. Все, переключились в следующего духа. Добейте с шар. Давайте в звездочку. Веди в центр лича. Все, в звезду, веди духа, в звезду, он не дыхнет. Звезду встали. Бля, что будет творить вообще? Не ебу, что он там творит. Надо будет посмотреть сейчас. Давайте, станьте вальки. Первую сливаем. Через кружок играем. Все вали за Станина, играйте. Через ромбик играйте. Вышли с центра. Осквернение скоро будет. Машека, выйди. Отбежали от него. Играйте через ромб. 200к в ромб еще надо слить. Играйте в лича. Колрейда не бил трусы вообще. Просто побежали себе лича бить. Давайте звездочку. Вижу. Чендлер, поднимай конскюрида, а ли ты улетел? Сквернение к порталу. Ред, выходим в сторону трона. Сейчас скажу, когда выйти. Вышли. Валик, играем. Машека, стань кружок. Васап, стань ромб или... Менская, стань ромб. Играйте вальки. Через ромб играем. Так, нет, заходим в лужу. Заходим в лужу, падаем. Конскюри, ты в какой вальке летел? В ромбе? Понятно, Археон не застанил, молодец. Архион, ты умеешь станить валик? Да умею станить, блин. Ты не застанил сейчас. Я застанил, блин, только не ту. Потому что та была далековато. От того места, где оказался я. Пиздел еще хуже. А, подожди, ты вальки летел? Ладно, тогда можно отменить. Я застанил трусы, потому что они были ближе. Там две вальки подряд летели. Все равно не успели. Так, смотрим, кто не бьет валик. Первые вальки были слиты хуёво. Получено уроном по валькам. Да, я не знаю даже, кому ГП кидать. Всем, наверное, надо. Давай,
Диджанира, улетаешь еще раз, я тебя меняю. Любой слаг, я тебе меняю. Я серьезно, я увидел ловушку, но он ломанулся как раз туда, куда я. Он как-то передо мной оказался. Вот петух. Не воет, не таунти дневных. Да я не таунти дневных. Да, конечно. Чё, таунтил, что ли? Ну, да. Он тебя бегает что-то сильно. Я захеривал тебя. Нету там таунта, он в рекаунте. Да я... Когда... Таун не нанес. Давайте быстрее на... Чё? Таунт в моем рекаунте прокачанном показывается. Мне форту скинул. Не, у него таунта на самом деле не было. Его срывали. Не знаю, минус 3, но дерьмово сливались вальки. Леголас принимает сумон. Напуливаем на Макгрегора, если вы напуливали не на того. Давайте фулбаф по рейду. Все готовы, я запускаю. Что сейчас мне СС дает на Макгрегор? Угу. Не дай ты. Силы света. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Оставь это мой Александр. Более быструю, чем... На хп только не забудьте крикнуть. Погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель себя пропустил рождение моего мира. РДД перебежали. Чума, 5 секунд, смотрим. 3, 2, 1. Анелтор, чума. РДД перебежали. О, у меня ДБМ багнулся на зло. На глаз придется все делать. Кто-то может скинуть разбакадонов на переходочке там? Пожалуйста. Ловушка, секунду. Скину тебе. Ловушку смотрим, РДД ловушка. Чума, 2 секунды. Звезду встали. Боль, чума, выноси. Сейчас будет ловушка. Ловушка на Менелтере. Побежали. Звездочку. Подведи, не достаем. Подведи миликов, да. 10% до переходки. Залейте иннеры звездочки. Протопала я. Ловушка, короче, протопал. Будем чуму выносить, встали в звездочку. Зерл прида, чума, блинк. Встань звезду. Будет ловушка. РДД ловушка. Проводи трэш. Макгрегор, не веди туда назад. Веди, на, веди в обратную сторону, там две ловушки, они не пройдут. Веди дальше, веди, веди, веди. 3% до переходки, стопайте, полечу. РДД ловушка, перебежали, все, можно на край. На край веди лича. На край веди лича. Зерл прида, чума.
Макгрегор чума. Так, все вроде. Так, рейндж набрали, захилили людей. Филипец по гимна ману. Сейчас посмотрю в РК. Макрос. Его не важно, в гичате можно его прописывать? Без разницы? Да, да, да. Ладно. Вот такой он должен быть. Смотри, чтобы там The Quiet не было. Это мутант один раз скинул. Забыл тотем поставить. Ладно. Макгрегор, что там с тобой? Заболел, может, не знаю. Последний дух. Так, пуля на вылет. Давай гимн на ману. Я поставлю тотем. Ману отрегеню. Давайте, влились в духа. Короче, не помог этот макрос. Последний, который я скидывал. Я скидывал. Ну, помог. Это, наверное, из-за фазы, которая началась. Бейте шар. Шарик сбейте. Давайте звездочку. Все в звезду, в одну точку. Ни влево, ни вправо, в звезду. Под стрелочку. Достанем валики. Лужи разливаем, катушку там. Каток, точнее, катушку говорю. Все вышли с центра. Хилы вышли. РДД вышли. Через ромб играем. Осквернение на Вуди Алине. Ромб играйте. Ты опять ромб не застанет? Почему он так далеко? Давайте, рост. Ну все, надеяться на другого паладина придется. Дали в звезду. Поверни лича. Хотя ладно, не-не, все правильно. Правильно, давайте звездочку. Оскомнение выносим к порталу. Все остальные к трону после первой вальки. Все, разбежались. Будет на это сквернение. Играйте через трусы. В трусы кружок. В трусы, быстрее. Трусы. Трусы это хил. Потом кружок. В трусы сыграли. Тюменская печеньку застанет. Красава. Трусы теперь кружок. Так, с центра все вышли, будет осквернение сначала. После осквернения забежим в центр. Не веди в центр, Макгрегор, стой, куда ты идешь? Осквернение 3 секунды, что ты делаешь? Одумайся. Одна секунда осквернения. В идеале, все, побежали в центр. Бежали в центр, лужа пропадет, не страшно, звездочку. Паладины станы откадешились. Быстрее в звездочку встали. Меня схватило, давайте. Все в ромб играйте. Бля, говорю же, в звезду встать, что неясного. Давайте в ромб играйте. Пробуйте кружок добить. Осквернение в центре на Филипце. Кружок добейте. Добили кружок. Давайте опять в звезду становимся. Кого станем в Архионт? Ромб станем. Я застану. Хорошо, у кого есть станы на КД еще? Не на КД, точнее. Тюменская есть стан. Тюменская, станешь трусы, конкюрит, кружок. Сейчас будут вальки, потом сразу осквернение. Все, вышли. Вышли со осквернением. Машека, выноси. Давайте гимн отхил, присты. Все, не надо гимн отхил, сам захилю. Играйте ромб. Через ромб играем. Звенит с души, Макгрегор, прожмись. Так, последнюю вальку добить. Вальку добить. Без метки была, и вы ее упустили. Залейте инеры Анриксу. Маны нет вообще. Так, давайте на край встали. 1% до переходки. Давайте больше лича. Кто может станет точечно валик, станьте и переводим лича. Меня схватило. Все отлично, все на край. Повезло. Это была пятая волна.
Так, у кого есть гимнома, ну плюсик? 70 секунд КД. Давай, пой гимноману внутрь. У меня КД 50 секунд еще. Инры заливайте Андриксу, если есть. Сейчас будет 500к у духа. Прекращаем его вид. Переключайте в следующего. Давайте в следующего. Так, давайте сейчас ставим паладины ауру на Shadow Resist. По моей команде даем мастер ауру в комнате. Все, играйте в следующего духа. Кружок поставил. Все, доливайте этого духа. Последнего будем убивать уже после комнаты. Шар добить. Звездопад оставляй на комнату. Звездопад на комнату оставляй. Ходим за звездочкой. Кресты и сушением разума. Конскьюрит звездопад и пошли за звездочкой. Давайте в угол. Держали. Будете навек пропущены этим проклятым клинком. Держали. Сейчас выйдем с комнаты, будет осквернение. С него все выходим, бьем духа. Так, вышли. Осквернение Машека. Добить кружочек. Так, на Макгрегоре есть СС у дяди? Да. Боль вешает СС на васаба. Давайте все к трону. У кого еще есть гимноману? У меня откуда перебил. Филиппец, пой гимноману. Поставил тотем. Залейте на развезде, если есть. Кант, уйди из-под духов, умрешь. Осквернение 3 секунды, вносим к трону. Осквернение не к духам. Аудасиус, в мелизоне осквернение. Отбежали от черепа. Три духа еще надо взорвать. Давайте, комната. Побежали за звездочкой. Не надо мне МК вешать. Пошли за звездой. Так, вышли, духи спускаются к порталу, стоим возле звезды. Так, захиливаем васава Макгрегора. Менска, выйди из-под духов. Все, пошли к трону. Осквернение 3 секунды, выносим не к духам, выносим трону. Дистанцию набираем, старожила. Ой, выноси. Жми. Не надо, уже не прижимай. Две комнаты еще осталось. 11% хп Макгрегора. Если есть тинеры, заливаем звезде. Звездочку. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича? Так,
бомба падает, пришло время дать мастер аур. Было опасно, но мы выжили. Давайте к порталу, все духи спускаются к нам. Так, Масаба захиливаем. Свернение сейчас будет. Нет, не будет. Лепец умирает смертью храбрых. Он скюрит, поднимает через тучку. Бил. Пропало не вовремя. Это не вовремя, это надо рассчитывать время. Осквернение 3 секунды. Короче, добивайте там лям остался. Адасиус, вынесем лужу. Давайте разольем, мы вайпнем этот рейд.